Красивейшая тропинка в густом лесу. Тропинка отлично натоптанная. Это мы отошли всего на 100 метров от города. Какая красота, мало здесь кто гуляет. Но при этом, да, при этом вот такой вот настоящий лес. Густой-прегустой. И очень хорошо можно идти. Протяженность тропинки километра, наверное, 2-3. И потом обратно по другой тропинке, также через лес. Снега очень много. Прикольно. Заснеженный лес, даже не видно, откуда мы пришли. Такой снежный-снежный туннель. И впереди еще больше деревьев. Николо-Мальский мужской монастырь. Сюда мы идем посмотреть, как там все украсили к Рождеству и какой вертеп построили. Смотрите, какая красота. Приятно елками.